Мистер, сегодня я буду играть на IMX 13. Скажу вам, наконец-то. Я почти, ну как почти, ну еще 100 тысяч не хватает. Скоро я получу новую звонку капитана. И тогда мне откроется мста. Вообще сейчас у меня очень напряженные какие-то бои. То есть, следующее звание мне откроется мста. После этого мне откроется Т-90. И после этого, с одного звания, мне откроется сразу Тиф-90 и Арджун. А, еще Зульфикар откроется там, с того звания. А кто мне сейчас расслабляться вообще нельзя. Я себе еще хочу купить Игуар. И тип 99. Вообще, мне очень понравился еще тип 89. Деньги, так сказать, нужны. Ну, деньги, нет. Это нормально. Потому что ста и посвятого. Сами видите, какой. Что-то все как-то пытался, прорывался, снять, и в итоге ничего не получалось. Давайте надену сейчас свой чехол. Конечно, в нем планшет больше греется, но что в этом чехле? Этот микрофон не закрывается рукой. То есть некоторые, наверное, слышали, у меня очень плохо иногда бывает слышно. Из-за того, что у меня микрофон рукой закрывается, когда я держу, собственно, планшет. Давайте так вот, IMX 13, давайте выберем какую-нибудь боевую карту, я очень хочу пойти на PvP. Так, вот мы на PvP, заспавнился как в прошлый раз здесь, то есть я уже один раз зашел, одного убил. Так, сейчас этого убью и можете сами посмотреть. Нет, зачем? Да уж. Что? Есть вопрос. А как кыш? Pray for UA. Pray the sun, чувак. Pray the sun. Не... Интересно, вот задают люди некоторый вопрос, почему ложка накручивает подписчиков? Ну, а вот у более умных людей вылезает встречный вопрос. А почему тогда ложки об этом все знают? Ведь, например, если я скажу какому-то там человеку, например, что, а ты смотришь Эли Горка, и ты восхваляешь солнце, и так далее... Он ни хрена не поймет. Не поймешь, есть такой Легорка с 500 тысяч подписчиков, который ходит, восхваляет солнце бесконечно. Так, я кого-то тут сзади наметил, а все, он меня убил. Он, который очень неплохо снимает всякие игры. Причем он играл в очень много игр уже. То есть я у него смотрел Dead Space, я у него смотрел Rock Legacy, я у него смотрел много других игр. Панчита. Это же Панчита. Это у него так ник, мне кажется, пишется, как жопанчита какая-то. Жопанчита простейшая. Ух ты, нифига себе. Не, все-таки брони у этого танка нету. Совершенно никакой. На самом деле, Легорка я люблю смотреть, потому что у него очень интересные ролики, очень качественные. И вообще он классно снимает с этими... С Васей, с ними я познакомился, он мне вообще рассказал тогда о Майнкрафте, с Майнкрафтом меня ознакомил, как там ломать все, как там механизмы работают. И сейчас я знаю все, можно сказать, крафты, индастриал крафты наизусть просто. Я знаю крафты, индастриал крафты наизусть, я знаю крафты для билд крафта наизусть, все знаю натуральные крафты наизусть, все знаю баги. Так, ой, что-то какой-то вообще чубрик. Нет, шилка долго не живет. Ой, подтонять, я что-то не хочу попадать под ее огонь, но, походу, придется. Бум.
Паттон бог, башка в горох. Жапанчиту убили. Что-то меня в последнее время очень сильно прикалывает этот танк. Потому что он какой-то, ну знаете, такой фановый, очень фановый танк, как ПТ-76, только у него барабан, понимаете? Нечего на кроссовках на ПВП делать, но, однако, по фану на кроссовках можно, в принципе, на ПВП поездить. Потому что ему нужно, чтобы его жопу из гусли прикрывали. Вот сейчас он меня ваншотнет. Нет, не ваншотнет. Странно. Странно, что он меня не ваншотом. А вот это может меня ваншотом. В принципе. Потому что брони у нас нет. У нас есть барабан с перезарядкой 1,9, что, кстати, довольно много. Как мне кажется, надо ее хотя бы до полутора секунд апнуть. Потому что танк уже не нагибает, как раньше, а он раньше очень сильно нагибал, сильнее, чем сейчас. Не, сейчас он тоже, конечно, нагибает, сами, наверное, результат уже видите, но не так фаново. Конечно, мне этот танчик очень нравится, я его не буду до максимума прокачивать, потому что вот 18 молний, мне кажется, в принципе, хватит 18 ИБ. Это у меня с голосом. Всех поздравляю с каникулами. Наконец-то у меня каникулы, наконец-то появилось время для записи. Так. Я запустил свой сервер. Сейчас мне надо будет его еще настраивать. И вообще, этот сервер будет, ну, как вам сказать, он будет с тематикой ТФ-2 и оружием. Стимфортерс 2, кто не знает, тот не знает. Мне как-то пофиг. Ну не знаете и не знаете. У меня один друг мне полностью по уши ушел. Не знаю, конечно, что в нее это по уши уходить, потому что игра-то обычная совершенно. Ну, максимум там крафты добавили. Это тот же самый КС. Только с крафтами и с мультяшной графикой. Все. То есть как? Разделение. Голубая и красная команда. Черт, на всей стороне. Дерутся. Там можно флаги таскать, вагонетку толкать. Я не знаю, что значит вагонетку толкать. Наверное, это какая-то кастомизация игры. А так я вообще не знаю, что это. Блин, сколько же у этого пацана ХП? Максимум здесь около 400 ХП у этого. У Димы Ютуба, наверное, намного меньше. Наверное, он не хп качал. А я прокачал все, и мне, в принципе, нормально ходится, нагибается. А на лоу молниях он как-то ходит, тут никого не может нагнуть. Потому что лох. Немножечко. Как лох себя ведет. Все, всем кобздец, поняли? От мистера Дивидента всем придет кобздец. Сейчас такое утро расслабленное. Не хавал еще. Так что меня может быть бомбить. А бомбить я знаю, вы любите, когда у меня бомбит. Вы любите вообще, когда у людей бомбит. Когда у Юськи бомбит. Когда у Юськи бомбило от того супер уровня паренька. Ой, я это помню. Так, сейчас надо. Угу. Лап соснул. Только сейчас меня заметил, чувак. Ну ты, блин. Да. У меня, конечно же, смертей больше всех. Ну и киллов тоже немало. Чувак, стой. Чувак, стой. Стой, чувак. Я тебя вообще-то убить хочу. Эки, ты невежливый-то, а? Ну, в принципе, 98% мне хватит. Блин. Вау. Он меня убил. Блин, хмельной.
Ник вроде прикольный. Вроде пацан, наверное, не тупой. Что-то как-то все равно. Овно. Все равно. Все равно играет как овно какое-то. Я другого слова не могу подобрать просто. А! Фух, бронь. Фух. Брони Британия. А, блин, смертей как-то многовато. 14 штук. Ну ничего. Кстати, я посмотрел свои старые видео. И я, насколько понял, у меня волос просто изменился кардинально. То есть он раньше такой писклявый был и какой-то более жизнерадостный, наверное, что ли. Сейчас у меня голос какой-то похуже уже будет. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Нет, сегодня у меня вообще что-то с горлом. Какой-то звук такой неприятный. Димон Ютуб. Ах ты, сук. Ну ты меня сейчас добьешь ведь, да? Да, он смотри, поскольку сносит. Эх, не понагибал я, наверное, сегодня. Что-то у меня это все дело застопорилось. Василий, спасай! Он слушает, да ест. Отдыхайте вы уже. А, все. Меня убили. Так, 20 и 26. Я вырываюсь. Как видите, 40 киллов. Это не хухры-мухры. Мне сейчас бабки нужно как бы для качи и так далее. А шо хоть игра не как полный рак, точнее как не полный рак, не полноценный, как рак-инвалид. А это, мне кажется, еще в разы хуже. Желательно инвалид. Ой. Да ладно, ты через это место подперся. Подыхай. Вертухан дедовский все-таки спасает иногда. И остались здесь только самые уже нахававшиеся килов. Хай, чувак, тебе не фартанул. Вот понимаешь, чувак, ну не фартанул, ну бывает такой, ну, не типа, ну знаешь, ну это самое, короче, сиси, тверк, все дела. Последний. Лососнул. Я прям пошел с камня. Я тоже лососну. Ну, по-детски надо от него сейчас убежать. Ну, давай, чувак. Ты там где? Ага, вот и ты. Да как так-то? О, игроки все ушли куда-то. Я не знаю, куда они все ушли. Так, стопе. Лайт. Свободный свет. Хочет быть хоть свободный, хочет не свободный. Разрешили отойти от батареи, теперь он как свободный человек. Ну почти. Начинается перестрелка через жопу какую-то. Механическую. Роботизированную. А Фрилайт этого Димутуба обогнал. Ой, что-то мне с Шериданом не хочется встречаться. Давайте-ка я ему пуканчик быстренько насую. Насувал. А он этому, похоже, уже на один выстрел оставил. Да, он его на один выстрел оставил.
Я же говорю, блин, Шеридан, он перезаряжается как арта, но зато валит, как я не знаю что. Танк, наверное, на ИБ на 10 выше. Ну, средненький такой, на 10 ИБ выше. То есть, как этот. М60. О, арта пришла. Арта решил понагибать. Да, блин, арту оставил. Вкусную такую арту. Халявную такую, знаете. Беззащитную. Ой, молодец. О. Прикольно. Молодец, чувак. Спасибо за кельчик. Стоит такой. Я жду, пока он этого убьет, понимаете? Называется «Стреляй, не хочу». А монетки получаешь как на высоких уровнях. Не попадешь, не попадешь. Попал. Прям бачок экрана, и на боку экрана у меня образовалась дырка. Кстати, классно с этими дырками сделано. Костолом? Это или кто? Как никпит теперь выйдет? Два килла осталось. Я уже что-то вообще расслабился. Я сейчас хочу очень сильно расслабиться. Я просто молчу про тот дамаг, который это сейчас Артень нанесла. Я просто молчу. 152 таран тащит. И тащит не по-детски. И меня это напрягает чуток. Панчер. Патчер. Для вота. Патчер. Так, короче, бейте этого панчера. Не бейте. Ну, окей. Мне последний килл остался. Да? Все. Вот и я. Вот так вот поиграл. Классно. Ладно, тогда пока. Всем спасибо за просмотр. С вами был мистер Дивиз. Удачи, всем пока. И сегодня я посижу еще немножечко на мир пароли, тоже выложу. Всем пока.